Быть русским патриотом очень просто. На словах, в мечтах, в сетях глобальной паутины. А можешь ли ты, да, лично ты сейчас, в кулак взять волю и начать вести здоровый образ жизни? В силах ты не выражаться матом, не блудить, бесцельно тратить время перестать. И в идеале, как максимум того, что можешь сделать, не откладывая в долгий ящик, жениться и отцом семейства стать. Ну что, герой, программа неосуществима? А ты не думал, что все это должно быть нормой для того, кого природа создала мужчиной? Да, мальчик, это жизнь, а не кино. И вот в ответ ты начинаешь кныкать, наматывая сопли на чужой кулак. Как жить в такой стране? Как выжить? С таким порядком я могу быть русским только на словах. Да, здесь немного вариантов. Да, здесь быть русским тяжело. Но вспомни, как твой дед в период 41 по 45 один со штык-ножом на танке шел. Еще не так давно. Как бабушка твоя пахала на заводе. Три смены, без зарплаты, с перерывом на пожар. А как родителям не сладко было в 90-х. Тебя ведь воспитали, жизнь ведь дали в дар. А ты сидишь и жалуешься, сука. Одетый, сытый, наглый эгоист. Пора вставать, пора взять в свои руки с таким трудом тебе подаренную жизнь. Ведь ты же вроде воин, бич системы. А судя по твоей страничке в соцсетях, вообще пипец какой крутой. А что в реальной жизни? От нее наш интернет-спаситель прячется в кустах.